У нас новая команда. Совсем с нуля набирали команду. Тренера молодые. Выступили, я считаю, довольно-таки неплохо, потому что собрали много опытных ребят. Есть молодые ребята у нас. Где-то игры получились, где-то не получились. Где-то мы играли хорошо, но не смогли забрать свои очки. Где-то мы сыграли неважно, но зато там где-то повезло, выиграли. Также там хороший матч сыграли, если взять там Ротор с лидером. В Армавире хороший матч. В принципе, я так думаю, что сейчас неплохо мы провели первую часть. Ну, честно говоря, не с очень хорошим настроением уходим, потому что мы сейчас оказались на 6-м месте, и у нас еще и последний турнир пропускаем. Мы думали, что будем в верхней части турнирной таблицы, но, к сожалению, последние 3 проигрыша у нас. Будем готовиться, потому что у нас стоит задача пятерку. Мы будем стараться выполнять, и не только пятерку, хотелось бы быть намного выше.